Прикладно 11 километров, что день проходит рабочие предприемства «Могилёва-Зеленбуд», что чистит раку Добровенку от водоростей. Их маршрут от чыгуночного моста до Днепра. Причем работы на Добровенце ведутся вручную. У меня струшня Добровенка и аквапарк речка. Как вы думаете, почему вот так зарастает быстро? Заплывает. Трава все. С отлива утекет, она все заплывает. Там вообще на той стороне твань. Смети и нарасты из речища Добровенки вычищаются штодень. Але на невеликих островках уже обосновались и целые семьи качек. Специалисты предприемства «Могилёва-Зеленбуд» тлумачат, что эта природа берет свое. Низкий уровень воды и слабое течение створяет тут дрыгву. Разом с тем, самым проблемным водоемом Могилёва по-ранейшему достается Святое озеро. Мы пытались и в прошлом году, и в этом году проходили береговую линию, да, метра по два от уреза, но это результата никакого не дает.